Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to... Three-way, these niggas can't hurt me, I ain't hurt you. Get the fuck up on my fucking face, so I'm hurting you. Bitch, niggas on the dirty block, but I know you fool. Whole squad full of fucking killers, I'ma kill them too. И всем ква-ква, народ, с вами я, Жабка, и у меня некоторые подробности про обновление. Кстати, сейчас уже должны появляться всякие спики, там, всякие скриншоты по поводу обновления. Так что, я думаю, в ближайшую неделю у меня будет очень много видосов по поводу обновления. Сейчас же есть некоторые скриншоты, но они не из официальных источников, и, скорее всего, это может быть фейком. Поэтому сразу предупреждаю, что, скорее всего, это фейк. Но может быть и не фейк, потому что я однажды говорил, что арбалет — это фейк, и в итоге его добавили. Вот. Ладно, давайте погнали. И первый скриншот у нас давайте будет с комнатным режимом. А комнатный режим будет продаваться за алмазы, как во многих играх. То есть вы будете покупать комнату себе за алмазы и использовать ее по назначению. В принципе, похоже на правду, но фейк ли это или нет, решать вам. Чисто я думаю, что так и будет происходить, потому что во многих играх такое делают, чтобы не нагружать сервер, за алмазики продают комнаты. Это нормальная идея. Дальше у нас что? Ребят, чатик, обещанный чатик. Чатик обещали уже давно, он вообще-то до сих пор есть на, по-моему, индонезийском сервере. Но он так глубоко выглядел, такой убогий, и в итоге, как я понял, его будут перерабатывать. Вот, и скорее всего его добавят в ближайшее время, и он будет уже выглядеть нормально и соответствовать стандартам, типа, выглядеть более-менее норм. Вот. Также, считайте, фейк это или нет? Я не знаю, выглядит правдоподобно. Дальше что у нас? У нас взрывчатка С4, как вам удобней. Слишком много в последнее время всяких пруфов, всякой инфы по поводу взрывчатки. Я помню, рассказал про самолет, то, что взрывается. Еще до этого были несколько скриншотов со взрывчаткой. Походу, все-таки они что-то делают с этой взрывчаткой. Ну, не зря же она постоянно появляется в разных видах. Вот, и скорее всего ее добавят. Ну, когда, не знаю, выглядит тоже очень правдоподобно. Но хз, 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 хз. Дальше что у нас? Столько раз на всяких интервью, там, общение с разработчиком говорили, что вполне возможно будет вид от первого лица, но не в ближайшее время, так как у них нет на это времени. Вот. И тут я нахожу вот такой данный скриншот, и он пиздец как выглядит реально. Он реально выглядит как... Настоящий вид от первого лица. Знаете, вот игрушку, может быть, Crusader Legend, которую я стримлю и некоторые раз видосы делаю по ней. Вот, там сделал неплохо вид от первого лица, и он чем-то вот сейчас напоминает, вот на этом скриншоте, вид от первого лица оттуда. Вот. Если это правда, это будет круто. Но я думаю, если они это будут пилить, то я думаю, что это будет как отдельный режим будет делать. Но хз, хз, хз. В общем, также решать вам. Возможно, фейк. Возможно, не фейк. В хз. Дальше у нас информация по поводу нового персонажа. Вот это. Это взято из более официального источника. Ну, они, по-моему, еще ни разу не облажались, эти ребята. И, скорее всего, вот это вот как раз-таки будет правдой. Новый персонаж, может, как вы слышали в одном из интервью с разработчиками, что новый персонаж будет девушка. Я хз. Очень похоже на правду. Вот это вот я придерживаюсь, что вот это вот 100% будет. Именно вот этот вот персонаж, именно так она будет выглядеть. Конечно, костюмчики, скорее всего, поменяют. Но, скорее всего, это как раз таки она и есть. Какие навыки у нее будут? Скорее всего, что-то связано с...
боем, может быть, я не знаю, быстрее будет бить, я не знаю, ребят. Но что-то связано будет с Тимуром, как я думаю. Это, в принципе, все на сегодня, ребят. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, будет больше инфы. Давайте 400 лайков, и я пилю новый видосик. С вас лайк и пишите в комментариях, что думаете по всему этому поводу. Ква-ква! Ква-ква!